невозможно понять человека, не побывав хотя бы временно в его шкуре. Я всегда мечтал заниматься танцами, но из-за особенностей заболевания я не мог танцевать, как обычно танцевал. И мама предложила танцевать на коляске. Это не передать словами, это надо ощущать, пробовать самому. Максим очень интересный человек. В нем есть, наверное, какая-то такая искра, которая помогает ему справиться гораздо лучше, чем даже некоторые люди, которые могут ходить.